Электрон проводимости – это электрон металла и полупроводников, энергия которого находится частично в заполненной зоне проводимости. Этот электрон имеет много общих черт со свободными электронами, однако он характеризуется другими законами дисперсии. В собственном полупроводнике они возникают в паре с дырками, а в полупроводниках N-типа электроны переходят в зону проводимости, локализованы на примесях состояний. Важными характеристиками электронной проводимости является его эффективная масса, подвижный коэффициент диффузии. В проводниках при абсолютном нуле температуры электроны в зоне проводимости отсутствуют. Они появляются при повышении температуры, освещении, внедрении примесей, других внешних воздействий. В металлах всегда есть электроны проводимости, и их концентрация весьма велика. При абсолютном нуле температуры в металле электроны проводимости занимают все состояния с энергией. Электроны проводимости являются одним из типов носителей заряда в полупроводниках и вносят очень большой вклад в их электропроводность или теплопроводность.